Ха отметила День молодежи. Спортивные и интеллектуальные игры, флешмоб и мастер-классы для жителей города подготовили насыщенную программу. Праздник окончания школы и начала новой взрослой жизненной поры прошел 28 июня для ахинских выпускников. Торжественный момент вручения аттестатов состоялся в районном дворце культуры. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости Северного Сахалина. В студии для вас работает Анна Туронь. Не очень солнечным и не теплым субботним днем 29 июня Аха отметила День молодежи. Для жителей города подготовили разнообразную программу, но большинство ахинцев предпочли провести этот праздник дома. День молодежи в Ахе состоялся на следующий день после проливного дождя и вручения аттестатов. Видимо, это стало причиной того, что на мероприятие молодые люди шли не массово. Тем не менее, подготовленная для ахинцев разнообразная программа создала достаточно большое количество участников, от любителей спорта до творческих и просто активных людей. Открыли праздник спортивные мероприятия по воздушно-силовой атлетике. Спортсмены и любители собрались на открытой площадке школы номер 5. Воркаут в Ахе – достаточно новое направление, которое активно развивается. Для молодежи закупили необходимое оборудование, которое находится в первой школе. Зимой любители силового воркаута и фристайла посещают спортивный зал, летом приходят на площадку. Сейчас мы на День молодежи провели пробное мероприятие по воркауту. Конечно, не так много народу пришло, к сожалению. Ну, может, это связано с плохой погодой, да, выпускные баллы накануне были. Вот, в общем, провели пробное мероприятие, поняли то, что данное направление пользуется спросом. И на День города мы уже прям полноценное соревнование проведем. И, наверное, это надо все-таки проводить в вечернее время, потому что, ну, молодежь у нас все-таки на каникулах любит поспать больше, поэтому будем проводить вечернее время. Так, в принципе, народ, ну, поучаствовал, всем понравилось, каждый продемонстрировал то, что он умеет. Кто-то отжимался, кто-то выход силы делал, кто-то именно элементы фристайла показывал. В общем, в принципе, все прошло без травм, дети остались довольны, наградили всех памятными медалями за участие и сладкими призами. Для умников и умниц в День молодежи в Доме детства и юношества состоялась захватывающая интеллектуальная игра «Игромания». Участие в ней приняли 5 команд. Организаторы подготовили разнообразные и увлекательные задания для участников. Им предстояло решать ребусы, проходить квизы, а также отвечать на вопросы, связанные с отгадыванием песен и кадров из популярных фильмов. Каждой команде давалось всего 30 секунд на ответ, что добавляло дополнительный элемент напряжения и азарта в процесс игры. Все команды показали высокий уровень знаний и эрудиции, но в итоге победителем стала команда «Телепузики», состоящая из участников медиа-центра «Первые» на базе ТВАХ. По итогам игры победителям и участникам были вручены сертификаты и сладкие призы. Организаторы игры выразили надежду, что подобные мероприятия станут доброй традицией и будут способствовать развитию интеллектуальных способностей молодежи, а также укреплению духа товарищества и сотрудничества. Продолжили День молодежи мероприятия на площади Нефтяников. Анастасия Бугрова, единорос, руководитель фитнес-клуба «Ритм», организовала несколько локаций, привлекательных для юных ахинцев. Все желающие могли посетить студию макияжа и преобразиться с помощью профессионалов. Рядом присутствующие могли обучиться искусству создания коктейля и насладиться своим творением. Здесь же, на площади Нефтяников, состоялся флешмоб, обучающий движениям чирспорта.
На День молодежи всех поздравляю. И у нас сегодня три организатора. Это Екатерина с мастер-классом по визажу. Несколько техник, которые можно буквально за 5 секунд себя преобразить. Дальше у нас Ирина занимается площадкой коктейлей. Вот таких красивых. Я сейчас будем делать флешмоб. Надеюсь, мы успеем, либо будет это все танцы под дождем. И когда я думала, что же все-таки сделать для молодежи, а не просто так как бы провести мероприятие, я спросила у самой молодежи, что бы им хотелось бы. И вот что, в принципе, им хотелось, то и мы организовали. Далее спортивная эстафета. Небольшой дождь не испугал участников, и юные ахинцы с азартом вступили в борьбу за звание первых. Тягали гири, отжимались, прыгали, вели мяч и метко кидали спортивные снаряды. В районном дворце культуры творческие жители города могли попробовать себя в мастер-классах и принять участие в интерактивах. В фойе на втором этаже расположились несколько интересных зон. Участники студии HeardMade подготовили мастер-классы по изготовлению подставки из гипса и по рисованию на воде – эбру. Наплыв желающих попробовать свои силы и изготовить милый сувенир удивил организаторов. Я плотненько общаюсь с девочками из студии Plain Brain и HeardMade. Это вот те, которые занимаются творческим таким мастерством. То есть это всякие интерактивы, такие классные мероприятия, развлекательные игры. И я уже однажды в их студии проводила мастер-класс по изделиям из гипса. Вот сегодня мы делали вот такие прекрасные поставки. Сейчас я, кстати, так, чье изделие? Держи. И еще одно. И сегодня, да, меня пригласили в качестве творца просто провести мастер-класс для всех желающих по изделиям из гипса. Если честно, я не думала, что будет столько много народу, но это... Пожалуйста. Если честно, не думала, что будет столько много народу, и вот просто все, что принесла, все закончилось гораздо раньше, чем планировалось. Да. Народ действительно интересный, людям интересно, особенно детям, кто-то хочет сделать и по два, и по три изделия, но, к сожалению, хочется дать возможность попробовать всем, да, поэтому вот тут вот все стоят еще в ожидании своих изделий. Здесь же гости мероприятия могли пройти квест от студии PlayBrain и принять участие в розыгрыше призов. Отлично провести время в игровой зоне PlayStation, повеселиться в зоне робототехники от Центра поддержки образования Акуна Матата, поиграть на сцене и блеснуть эрудицией в интереснейших заданиях от сотрудников Ахинской центральной библиотеки. Мы играли, отгадывали коты, мне понравилось. Я играла и, короче, отгадывала персонажей, и мне очень понравилась игра. Сейчас хочу пойти на рынок. Мы играли в игру с Полли, там надо было угадывать, кто ты. Это не профессия, вот хотелось бы. Да. Многие из нас не бы преуспели. Там много угадывали, некоторые там не понимали, но классно. День молодежи – праздник юности, дерзких планов и волнующих открытий. Молодость – прекрасный этап в жизни человека. Впереди еще много нового, большие перспективы и грандиозные планы, на реализацию которых есть силы и энергия. 11 лет как один миг. Вчерашние первоклассники, а сегодня выпускники 2024 года официально попрощались со школой. Торжественная церемония вручения аттестатов состоялась в районном дворце культуры. Выпускной. Одиннадцатиклассники говорят до свидания школе, месту, ставшему им за долгие годы вторым домом. Грустный, но в то же время яркий запоминающийся момент. Он знаменует прощание с детством и большой шаг на пути ко взрослой самостоятельной жизни. Несмотря на все жизненные трудности, несмотря на взлеты и падения, которые вас ждут впереди, самое главное всегда оставаться с людьми. Добрыми, отзывчивыми, любящими, любимыми. Всегда помните маму, папу, семью, свою любимую школу. Дорожите тем, что вы имеете. С праздником, дорогие друзья! Статные юноши в костюмах и грациозные девушки в вечерних платьях. В так быстро повзрослевших молодых людях, вчерашних забавных робких первоклашек, выдает блеск в глазах, жажда открытий, свершений и невероятных приключений.
Переезд в большой город, поступление в высшее учебное заведение, неисчисляемое количество встреч с новыми людьми, погружение в студенческую жизнь. Это лишь малая часть того, что предстоит выпускникам в самое ближайшее время. Желаю вам всем поступить именно в те вузы, в которые вы хотите. Желаю вам выбрать ту специальность, которая близка вам, и стать настоящими профессионалами. Активно участвуйте в жизни ваших вузов и городов. И всегда помните о тех, кто шел вместе с вами все эти 11 лет. О будущем вчерашние школьники подумают завтра. Начнут, а возможно закончат, собирать вещи во взрослую жизнь. Но сегодня, в день выпускного, они мыслями и сердцем здесь, в родном городе, с любимыми родителями, с дорогими учителями в кругу одноклассников, ставшими за 11 лет одной большой дружной семьей. Школьные годы чудесные, время веселья и беззаботности, а также непростой этап взросления ребенка. Первые как хорошие, так и не очень оценки, самостоятельные и контрольные работы. Кого из нас не бросало в дрожь от слов учителя? Убираем учебники и берем двойные листочки. И, конечно, одно из самых сложных завершающих испытаний – сдача единого государственного экзамена. Это ключевое условие для получения аттестата зрелости. 8 выпускников заслужили аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 5 медалей за особые успехи в учении первой степени, 3 за особые успехи в учении второй степени. По традиции, главный школьный документ 11-классники получили из рук директоров своих школ. Некоторые из ребят отмечены грамотами за успехи в изучении отдельных дисциплин. Большое количество слов благодарности родителям и учителям произнесли в этот вечер вчерашние школьники. Отзывчивые, чуткие, мудрые наши наставники. Без вас не было бы этого дня. Вы все эти годы терпеливо вели нас по школьным будням и праздникам. Сделали наше детство ярким и незабываемым. Много напутственных слов своим детям сказали классные руководители. Вторые мамы, как по-доброму называют их ученики, удивили всех присутствующих неожиданным выступлением. Юноши и девушки, талантливые, обаятельные, как и подобает выпускникам, не только красноречиво трогательно говорят, но и хорошо танцуют. Одиннадцать лет позади. Аттестаты зрелости в руках. Выпускникам 2024 года пора двигаться дальше. Но и о своей школе не забывать. Отличное место, которое запомнилось хорошими друзьями, учителями и в целом забавными ситуациями. Я планирую поступать на программиста города Хабаровск, университет ТОБ. Пока в планах несколько вузов, но так как пока мы еще не поступили, свои решения вслух не озвучиваем. Хочется пожелать крепкой выдержки, настойчивости, упорства и, прежде всего, тяжело в учении, легко в бою, поэтому надо взять все свои силы в кулак и, несмотря ни на что, продолжать учиться. Куда бы ребята ни поехали учиться, их всегда ждут в родном городе. Уже во второй раз за этот сезон бушевала над Охой в минувшие выходные гроза, даря одним наслаждение от наблюдения за проявлениями природы, а другим принося немало проблем. Невероятная природная симфония, молнии рисуют удивительные узоры на небе, гром грозит мощными аккордами, а дождь танцует по улицам, оставляя свежий аромат после себя. Огромный поток воды пронесся по центральным дорогам и дворам, создавая водные преграды. Лужи превратились в огромные водоемы. На видео ахинцы пробираются к своим автомобилям практически по пояс в воде, превращая обычный поход в настоящее приключение. А наутро в социальных сетях сообщения о последствиях.
Во дворе по улице Дзержинского, 35, забила ливневку, и территория двора превратилась в огромный непроходимый водоем. Последствия устраняла управляющая компания. В частном секторе по улице Красноармейская размыла дорогу. Огромный провал, с трудом возможно обойти. Здесь необходим ремонт коммуникации, после чего приступят к восстановлению дорожного полотна. На Ахинском кладбище ливень размыл территорию. Огромные промоины, покосившиеся памятники, подмытые могилы. Песок утекал вместе с водой. Предстоят непростые работы по восстановлению. Ими займутся в ближайшее время. В Ахинском центре занятости населения состоялся второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Больше 15 человек напрямую пообщались с будущими работодателями, получили ценные профессиональные советы. Работа найдется для всех. Под таким девизом прошло утро пятницы в центре занятости населения. Несмотря на прошедшую накануне сильную грозу и последующую за ней жаркую погоду, ахинцы в активном поиске работы не изменили намеченные планы и пришли на профессиональное мероприятие. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 2024 «Работа России. Время возможностей», открытые наборы по актуальным вакансиям, позволил соискателям напрямую пообщаться с потенциальными работодателями. У нас заявились 5 работодателей, которые предоставили у нас 8 вакансий на 14 рабочих мест. Впервые сегодня у нас участвуют в ярмарке аэропорт АХА, АГУДП, Ахинский филиал Росгвардии и ООО «Купец». Сахалинублгаз у нас сегодня участвует третий раз в нашей всероссийской ярмарке. Принять участие в ярмарке трудоустройства могли как безработные граждане, состоящие на учете в центре занятости, так и люди, желающие сменить свою профессиональную деятельность. Соискатели смогли задать работодателям интересующие их рабочие и организационные вопросы. Представители предприятий получили возможность не только изучить резюме кандидатов на актуальные вакансии, но и составить первое впечатление о человеке. Это является немаловажным фактором при подборе будущих сотрудников. Встречи заинтересованных в профессиональном сотрудничестве сторон прошли в формате экспресс-собеседований. Работодатели отметили, что люди, пришедшие на мероприятие, действительно заинтересованы в работе. Плюс ахинцы, состоящие на учете в центре занятости, имеют уже подготовленный нужный пакет документов. Мероприятие прошло на достаточно высоком уровне. Мы подобрали себе нескольких кандидатов, подобрали соискателей, которые будут приняты у нас, подобрали в кадровый резерв некоторых работников на будущее. В принципе, нас все устроило, все замечательно. Соискатели также посетили семинар по финансовой грамотности «Семейный бюджет. Как не ссориться в семье из-за денег». Напомним, это уже второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Есть результаты после проведения первого этапа. У нас 9 трудоустройств, то есть 9 граждан нашли свои новые места работы. Они постоянные, то есть они закреплены. На сегодняшний день они продолжают работать, то есть все стабильно, все довольны. В ходе второго этапа ярмарки трудоустройства более 15 человек пообщались с работодателями, получили ценные профессиональные советы. На сайте Музейно-мемориального комплекса «Победа» продолжается голосование за лучшую экспозицию муниципального района Сахалинской области в рамках выставки «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться». На выставке представлены страницы истории, фотохроника, интересные факты 18 муниципальных образований островного региона. Каждый муниципалитет дал возможность познакомиться с характерными особенностями своего района. Отметим, что поддержать свой район вы можете неоднократно. Голосовать можно один раз в сутки. Повторное голосование будет доступно через 24 часа. Важен каждый голос. Сейчас АХА в лидерах, но ситуация может поменяться в любой момент. Голосование продлится до 15 сентября. Добраться из Ахи до Ноглик и обратно станет еще комфортнее. На междугородний маршрут выходит новый автобус 2024 года выпуска. Несколько лет назад поездка на автобусе по маршрутам Аха-Ноглики и Ноглики-Аха была еще тем испытанием для местных жителей. Тем не менее, относительно невысокая стоимость поездки и прибытие места назначения в удобное для многих пассажиров время перевешивали чашу весов общественного мнения в положительную сторону. В 2020 году Ахинское пассажирское автотранспортное предприятие кардинально обновило междугородние автобусы. На маршрут Аха-Ноглики и обратно вышли 3 новых современных пассажирских автотранспорта. Поездки стали намного комфортнее и надежнее. В этом году автобусный парк пополнил еще один представитель этого вида транспорта. Автобус китайского производства «Хайгер» 2024 года, как и его предшественники, неплохо зарекомендовал себя на дороге. С учетом того, что участок трассы от Ахи до Ноглик еще не до конца заасфальтирован, это немаловажно. Предприятием в лизинг был куплен новый комфортабельный автобус.
идентичных тем автобусам, которые сейчас уже на маршрутах, просто новее, 2024 года. Необходимость, ну, обновление, во-первых, автопарка в связи с тем, что у нас все-таки дороги пока еще не все асфальтированы. Имеем проблемы именно с дорогами в Ноглинском районе, потому как там идет строительство, ремонт дорог. И в связи с этим, ну, испытываем трудности в ремонтах автобуса, потому что частые поломки. Новый пассажирский автотранспорт – представитель среднего класса, рассчитан на 35 мест. От автобусов, приобретенных в 2020 году, его отличают более удобные кожаные сиденья. Защитные чехлы не препятствуют откидыванию спинок кресел и функционированию ремней безопасности. Наличие багажного отсека и кондиционера сделают междугороднюю поездку комфортной в любое время года. Автобусы полностью по всем стандартам, которые требуют от нас Министерство транспорта и все тому подобные документы. Автобус оборудован тахографами, системами ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, видеонаблюдением. Все есть. После прохождения технического осмотра автобус выйдет на линию. Теперь на маршрутах Аха-Ноглики и Ноглики-Аха будут работать 4 современных пассажирских автотранспорта. 28 июня около 18 часов в подъезде многоквартирного дома номер 23 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 13-летнего ребенка. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование. По словам очевидцев, ребенок гулял во дворе, почувствовал себя плохо и вошел в подъезд. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего случая. Полиция работает над выяснением причин и обстоятельств смерти ребенка. 29 июня в 7 часов 40 минут на улице Ленина, 56, в Ахе произошло серьезное ДТП с участием угнанного автомобиля УАЗ. За рулем находился 20-летний водитель, который не имел права управления транспортными средствами и был в состоянии алкогольного опьянения. По информации очевидцев происшествия, УАЗ принадлежал отцу одного из молодых людей. Двигаясь по улице Ленина, водитель УАЗа выбрал неверное расположение транспортного средства на проезжей части дороги, что привело к столкновению с автобусом ПАЗ. В результате удара автомобиль УАЗ перевернулся, что вызвало значительные повреждения. Его практически разорвало. К счастью, в автобусе ПАЗ на момент аварии не было пассажиров, так как он использовался вне рабочего времени. В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир автомобиля УАЗ получили ушибы. Им оказана разовая медицинская помощь. В тот же день, 29 июня, в 16 часов 5 минут на улице Школьной, вблизи дома номер 3, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Водитель транспортного средства не справился с управлением, что и привело к опрокидыванию автомобиля. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники госавтоинспекции, которые провели осмотр места аварии. Благоустройство Ахи продолжается. Коммунальные службы, жители города, организации и предприятия ремонтируют, наводят порядок, украшают любимый город. В Ахе в центральных клумбах, рисуя замысловатые узоры, высаживают цветы предприятия Аха Автотранс. Стоит отметить, что в Ахе в этом году высажено порядка 30 тысяч саженцев. Во дворах, палисадниках красоту наводят сами жильцы. Но такая непростая работа не всегда ценится. Юные вандалы испортили клумбу с высаженными цветами. Мальчишки вырывали растения и бросали на дорогу. Возможно, родители узнают вредителей и объяснят, что так делать нельзя ни в коем случае. Следует беречь мир вокруг нас и ценить труд человека. А на сегодня это все новости нашего выпуска. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.